Здравствуйте, волосы и вишни, из ваших косточек посажены в 2020 году, нынче зацвели. Вот такая радость. Ну, а все, Надежда, подарок для меня. Каждое такое сообщение, я живу этими подарками. Вот такими вот, я этим живу. Понимаете? У меня нет других сейчас радостей. Есть такой человек, вот спасибо вам за добрые слова. Ваша радость передается мне. Есть такой Воззинский, вот такой, знаете, мелкий такой пакостник. Вот. Ему надо обязательно что-нибудь такое гадость какую-то сказать. Какой я жадный, какой я этот самый. Вот. Я специально для него говорю, ну, это же все равно, блядь, хоть это как комья грязи, постоянно, постоянно, он один такой, его никто не этот, уже не пошлет никуда, вот. Я терплю, ничего не делаю. Этот, Воззинский, гражданин Воззинский, вот. Я в прошлом году заплатил 100 тысяч рублей за операцию на ногах. Иначе бы сегодня я был бы уже без обеих ног. У меня отцу от ногу пах отпилили, он умер. И где бы я сейчас был бы? Я задал 100 тысяч. Я пошел к этому директору Саянского алюминиевого завода. Я кавалер Ордена Славы, ветеран труда. И сказал, несколько тысяч хотя бы. Ответ не положено. Понимаете, я их заработал. Близкий самый человек, у него это перелом шейки бедра, обошелся со всеми радостями потом. 500 000. Вы мне помогли. Как? Я не пройдил с протянутой рукой, Вазинский. Понимаете? Я их заработал, честно заработал. Надежда, я заработал, нет? Вот скажите. 2 года назад уже цветут волосы вишни. А это самое первое. Самое раннее вместе с жимолостью, самое раннее это плоды. Это жрешь горстями, извините, я даже пример слова, когда вот так вот берешь, это уже не ешь, это жрешь. Вот. Набиваешь живот витаминами. Ну хватит уже гадить, а ведь все равно же отражается на сердце. Понимаешь, ну хватит. Ведь обязательно надо это самое. Ну. Это вырвалось, извините. Добрый вечер, Алексей. Косточки, сцена мажорцы не проснулись. Остальные процентов 80. Ничего, 80% остаться осталось. Вы как рисковали? Да мы все рискуем. Да, 80%, что они на следующий год зайдут. Ничего страшного. А если даже не зайдут? Сад состоялся. 80%. Это из 10-8. Это из 20-16. Это из 50-40. Ну, не будем унывать. Для меня это нет. Я даже не расстроился. Я 80% на душе песни поют эти птички. Королевские 2. Ну, тут, конечно. Ха, у меня из 20 взошел один. Я тоже не волшебник. Я учусь. Вместе учимся. У меня в ассорти 2 было 5 крупных косточек и 5 мельче. Ха, ну, на той ассорти. Проснулись все крупные, мелкие нет. А вроде бы мелкие, более дикие, должны проснуться раньше. Как вы это объяснили? Нет, они должны были, не то что мелкие, должны были раньше проснуться. Или вообще проснуться. Нет. Должны были проснуться и те, и те. Просто условия, которые вы создали в холодильнике, там температура в холодильнике, это как она? Влажность. Вот, она оказалась подходящей для крупной. Что такое крупная? Это, скорее всего, там, понимаете, я же вам показывал, все сыновья манжурца, а в этом году их еще будет сколько? Ой, я уже только пронумеровать, это уже от 1 до 20 надо. Все сыновья манжурца, все разные, папы разные. А почему крупная? Да просто условия для них лучше создали. Создались. Вот и все. Почему? Чем крупнее, тем южнее. Согласитесь? Если в принципе брать планету, чем крупнее, тем южнее. Там, допустим, тем южнее, тем, допустим, свои другие условия. Это касается или влажности. Вот. Или что такое сертификация? Ну, черт не понять-то. Сертификация – это самое создание условий, наиболее приближенных к естественным. Вы для крупных косточек создали условия наиболее приближенных к естественным. А мелким не подошли. И тут не важно, дикие они, более дикие, менее дикие. А вот эти мелкие зайдут, они окажутся,
посмотрите еще какие. Ну, как мог, объяснил. Хоть и долго, но не могу коротко. У меня уже столько за это самое. Что, мол, давайте коротко. А как коротко? Вот попробуйте вы. Вот попробуйте вы. Как вот про 5 и 5 помельче объяснить? Тем более, когда не знаешь условия хранения. Так, Виктор, здравствуйте. Добрый вечер, Константинович. Подскажите, сколько дней от цветения до плодоношения в жизни сорту? Не могу сказать. Вы знаете, жаркие леты, там уже в конце июня, именно жаркие, у них как-то смазывается вот это время, смазывается, когда они полностью созревают. Когда сейчас, когда вместе, вот сейчас пока почти все миновало, ну, может, кроме града, может, и сейчас, может быть, какой-нибудь катаклизм, мы же не знаем, что может быть, вот, как, что с климатом творится, сами видите. Но если дойдет, вот сейчас все, что завязалось, дойдет до плодоношения, это феномен невиданный. Невиданный. Деревья, невозможно смотреть на них, что, сколько на них плодов. Ну, разве что будут мельче обычных, потому что такого урожая у меня еще не было. И все новое и новое вступили в плодоношение. И абрикосы, и сливы. Это что-то невероятное. И что теперь получается? Мне не хватает ни сил, ни времени. Я за свою жизнь ни одной, ни на этой самой, ни одной, за всю жизнь ни одной строчки не написал наблюдений. Уже сейчас в моем саду должны пастись все эти институты, университеты и эти самые, и академии. Уже сейчас. Это они должны на каждом повесить бирку, на каждом. Ответственных за каждое дерево. И следить, потому что даже несколько дней раньше плодоношения или позже плодоношения играет огромную роль, потому что одни... Ведь единственное, что я говорю, реальное. Вот не знаю, вот вы спросили, сколько дней, я не знаю. Я могу так оперировать, больше, меньше, дольше, менее долго. Вот все, что я могу. А мой единственный совет – побольше сортов. И тогда одни чуть этот попал под заморозки. А заморозок – это день-два всего. А тот, который в это время еще бутончики, или который уже завязался, они уже перенесут эти несчастные 2-3-5 минус. Уже перенесут. Понимаете? Поэтому только одно говорю. Пейте больше, кидайте дальше, отдыхайте, пока летит, знаете. Как можно больше садите, не жадничайте. Один раз в жизни надо столько посадить, что даже если ты твои 100 сотни взойдут 8 или даже 3, все равно сад состоится. Вот. А так, Виктор, может быть, у вас есть ученая степень, может быть, вы такой обстоятельный, может быть, вам это надо все знать. Но не могу я сказать. Памяти нет, это, ничего не пишу. Это не мое уже личное дело. Это уже должно быть красные книги, этот сад уже должно быть охрана уже выставлена наружная из этих, из этот самый, из, как называется, гвардия, как правильно называется? Ой, господи, Росгвардии. Уже сейчас должно быть. Так, Гусева, вот еще загадка перевелки груз, затем яблони. Пошли много, абрикосы сливы молчат. Делаю все одинаково. Сейчас игрушки с абрикосами, яблони, со сливами, вишнями, вот ничего не понимаю. Я имею в виду разный будущий материал. Разный? У первых один ваш, а у второй обыкновенная клеемка изолента. Да какая загадка? Я сейчас, смотрите. У первых это груши, яблони, пошли много. Это они первые, так? И вы пишете. У первых один ваш, а будущий материал. Так? А что тогда непонятно? А все остальное, абрикосы, сливы, вишни молчат, а у них пленка и изолента. Да так, милые мои, покупайте у меня, я до сих пор продать не могу. Вот, потому что это те же деньги, которые не хватает на жизнь. Обычная клеенка. Господи, клеенка. Да. Изолента тоже не это самое, не подарок. Нет, изолента я прививал нормально, но ведь вы, скорее всего, меньше опыта у вас, чем у меня. Конечно, тем более вам надо это использовать, обмоточный материал, который у первых ваш. Вот и используйте. Так.
Тогда, может, и абрикосовые пошли, и сливы. На прошлом вебинаре не получилось выложить фото от цветущего Хасанского. Непорядок, Леонид, непорядок. Поэтому выкладываю сейчас. Цветущий Хасанский. Я буду счастлив. Сам саженец был куплен в прошлом году у Сергея. Даже первый год посадки было 3 цветка. Интересно, привиты или нет? Так, в этом году скорее да. Персик обильно цветет. Будем ждать первый урожай. На второй год получается. Ну, давайте, нажал я. О, узнаю. Привиты, конечно, что там говорит. Но так и должно быть. Другое дело, что мы не знаем до данный момент. У меня памяти нет. Вот, у меня памяти нет. У меня памяти нет. Это что такое? Опять выскочил на свою голову. Специалист. Вебинар. А, так, где вы у меня тут? Где вы у меня? Ага, в общем, посмотрели, полюбовались на цветущий. Я от вас жду фотографию уже плодов. Вот, теперь так, Десногорск. Вот спросите меня, где Десногорск. Ну, нету памяти, даже не знаю, в какой области, не помню. По-моему, вы это, в Европе живете. Вот, или в Европе. Башкирии заморозки до минус 3, бутылки с росточков не убирают. Да были бы росточки. Все правильно. Местами даже снег. Ну, что делать? Страна такая. Как Россию называют? Страна вечно зеленых помидор. Выпал, простите, мы ждали дожди, а не со снегом или градом. Ну, будем надеяться, обойдется. Не оправдывайтесь перед неким Бадзинским. Да мне хочется, чтобы он прекратил, потому что, вот же, понимаете, когда были трудные, помните трудные, фамилии не называю. Были трудные времена, человеку грозила смерть, потому что плановая операция, это когда ждешь и умираешь. А не плановая, мы собрали тогда для этого человека вместе с этим, с Владимком, 300 тысяч. Среди вас шапку кинули. 300 тысяч за 3 дня собрали. Вот это да. А здесь это, я просто поражаюсь. Зачем? Зачем? Ну, я понимаю, есть неадекватные люди. Ну, смысл-то какой? Ведь, понимаете, каждый раз получается так. А, это Железов, значит, он ни на что не годен. Это сколько людей отбить охоту? Какой-то Железов. Так, забыл сообщить. Освоил искусственную сертификацию. Ну-ка. Так, Амур, 62-64 дня, почти 90%. Эк, манжурцы, половина. Половина для меня это успех. На 40-й. Так, тоже, ну, все правильно. Кстати, на Амур жалуются. Амуру, видимо, не хватает немножко времени. Вот, и тогда он остается отлеживаться до следующего года. И, а у вас, да, вы молодец, Виктор. Вы настоящий, не зря, что меня спрашивали цифры. Вы настоящий следователь. Вот смотрите, разница-то какая между Амуром и его же родственником, манжурцем. А? Вот так вот. Вишня штамбова, 96. Ух ты, здорово. А вишня-то большинство не всходит. А сколько дней? А, ой, дочка. Что такое, а, ой, дочка? Ой, а, наверное, войлочка. Да-да, это, скорее всего, войлочка. Спит, хотя и разбухли. Ну, войлочка, она легко всегда сходит. Штамбово тяжело сходит. Как вы 96% добились? Виктор, колитесь. Берите в ученики. Только скажите, как 96%? Лобаса, вы делаете великое дело. Рано поздно оценят. На том свете оценят. Так. Да, рискуем все, ерунда. Пока есть время, будем стараться. В следующем году, так как надежда, а мы садоводы настоящие романтики. У нас неудача, потоходы, катаклизмы и так далее. Не победят. Спасибо. Спасибо, Виктор. Поражает корень у манжурца 2 сантиметра, а уже шедевр природы просто восхищает. Да, вот корень у манжурца. Ох, если бы вы видели, это же никто не верил. У меня эти несколько лет были, это... Вершина всего, ну это, вот где ученые были. Прививаешь на манжурца к осени. Я не преувеличиваю, у меня и фотографии есть. Остановлюсь на цыпочки, поднимаю руки, еще полметра.
Так это не какой-то там росточек, это скелет, несколько десятков веток, тысячи цветочных почек. В основании вот такой вот и без единого полива. И никакой тлинки, никакой дырочки нет на листьях, ничего. Вот. А правильно вы заметили, корень морозится.